знанием, что он запрещает пить воду, говорит, в воде много вредных веществ, воду поэтому пить нельзя. И сам действительно большой аскет, воду не пьет никогда, пьет только сок из свежевыжатых фруктов. Но поскольку там далеко в Сибири, в Минусинском крае, где он терзает своих адептов, естественно, на всех их ведущих нищенский образ жизни, фруктов не запасешься, то Сергей Анатольевич придумал такой исключительный способ, как нейтрализовать действие воды на организм. Это с утра натощак выпить стакан собственной мочи, а потом, так сказать, весь день можно уже беспрепятственно пить воду. Это тоже можно назвать качественным содержанием. Ну, простите, только странный способ. Богородичный центр, другие названия, Российская Марианская церковь, Церковь Божьей Матери Преображающейся, фонд «Новая Святая Русь», Мария 21 век, Вселенская Параклитическая Богородичная церковь, Легион Пресвятой Богородицы, законспирированная организация со значительными финансовыми средствами, сотрудничает с Белым Братством, саентологами, поддерживает связи с Польской Солидарностью. Представители Богородичного центра пытаются проникать в государственные и военные структуры, выдавая себя за православных священнослужителей. Духовный лидер Вениамин Яковлевич Береславский, Янкельман, провозгласивший себя патриархом Иоанном. В 1971 году наблюдался в психоневрологическом диспансере по поводу хронической параноидальной шизофрении. Против фонда «Новой Святой Руси» возбуждено уголовное дело по признакам статьи 143, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Богородичный центр – это псевдоправославная секта, основанная неким Вениамином Яковлевичем Береславским, который говорит, что ему явилась Богородица и открыла, так сказать, истину о последних временах. И он вот основал, дескать, свою церковь на основании этих откровений Божьей Матери, которая является к нему регулярно каждый день открывает все новые и новые истины. Правда, истины разного содержания. Иной раз она ему говорит что-то такое, что я провозглашаю тебя, себя царицей всей Руси, а иной раз говорит, что что-то мне не нравится, что мой пророк ездит на Мерседесе, давно пора пересесть ему то есть ездит на Вольво, давно пора пересесть ему в новый Мерседес. Тоже такое интересное откровение. Вот. А вообще Богородичный центр – это крайне деструктивная секта, которые отличаются, они проповедуют, так сказать, о новом, о Третьем Завете, о том, что, собственно, Новый Завет уже кончился, теперь будет Третий Завет со Святым Духом, то есть отрицают по существу уже и Христа, хотя, опять же, так сказать, упоминают его имя. Отличаются крайним женоненавистничеством. Женщина для них не то, что существо второго сорта, а вообще какой-то недочеловек, которого там Береславский не жалеет самых таких грязных слов для того, чтобы описать женщину. И самое ругательное слово для них – это мать, и даже еще мама, более-более ругательное. Чтобы поступить в секту, нужно отречься от собственной матери. Даже среди таких особых правил есть, что нужно ударить собственную мать по лицу. И вы понимаете, для того, чтобы человек так вот переступил через это, он сломал себя таким образом, переступил через вот этот нравственный запрет сделать такое. Если он так таким образом себя ломает, то он просто уже ломает свою волю, он делается безвольной игрушкой в руках лидеров секты. Либо, кстати, если мать умерла, нужно пойти плюнуть на ее могилу и сказать: «Я отрекаюсь от тебя, сатаница, я отрекаюсь от тебя, ведьма». Это Богородичный центр. Культ таежной красавицы Анастасии основал новосибирский предприниматель Владимир Кузаков. Под псевдонимом Владимир Мегре он выпустил 4 книги с общим названием «Звенящие кедры России». Их содержание – оккультно-языческое учение, преподносящееся под видом программ по восстановлению природы. Наиболее опасно для духовного здоровья читателей – содержащееся в книгах Кузакова-Мегре учение о контактерстве, общении с духами. Существует несколько центров Анастасии, цель которых – практическое применение парапсихологических способностей человека и традиций народного целительства. Что касается культа Анастасии, это как бы совсем другого рода секта. Секта, которая складывается на данный, вот сейчас на наших глазах. Богородичный центр немножко все-таки более такая секта, уже не существует уже более 10 лет. Анастасия появилась недавно. Вокруг книг человека, которого зовут Владимир Пузаков, правда, пишет он под красивым псевдонимом Мегре, Владимир Мегре. Это новосибирский предприниматель, который там надалживал в Новосибирске у всех денег, скрылся от кредиторов, и вот, чтобы поправить свое положение, изобрел такой гениальный ход.
а для того, чтобы обогатиться. Опять же, мы видим денежный интерес. Вот, наверное, многие из вас, или во всяком случае есть вопрос, кто-то из вас видел книги про Анастасию, «Звенящий кедр России». Вот знаете, где самое главное написано про... Вот что в этих книгах самое главное? Последние страницы. Если вы откроете последние страницы, вы увидите, что там написано «Продажа кедровых изделий от Анастасии», там, «Кедровые орешки от Анастасии», «Кедровое масло», «Поездки там, экскурсионные по местам Анастасии» и прочее, и прочее, и прочее. То есть перед нами такой коммерческий проект, который раскручивается при помощи этих книг. У меня есть такая гипотеза, что у господина Пузакова на его даче лежало несколько кедровых бревен, которые можно было продать, так сказать, по себестоимости как древесину, но это, так сказать, много не заработаешь. А если вот распилить такие кругляшки, каждый из которых их нужно на шее носить и полировать своими пальцами, просто там нарезать кругляшки, даже не полировать, то есть, так сказать, производство ничего не стоит. А каждый из них продается там долларов по 60, по 80. То сами представляете, сколько можно таким образом денег заработать. А просто для того, чтобы торговать неликвидным товаром, что нужно делать? Нужно создать под него рынок. Нужно доказать, что этот товар или неконкурентоспособный товар, что он особо уникален. Вот я вам такой пример приведу. Вот, вы видите ручку. Вы думаете, это обыкновенная ручка? Это не так. Я сюда к вам, в Днепропетровск, приехал с Гималаев, где я провел 5 лет у ног великого учителя Гуру Рамте с вами, Гуру Хасты Римпоче. И великий Махатма Римпоче, когда узнал, что я еду в Днепропетровск, сказал мне: это великий город. Это великий город, у которого великое будущее. Это замечательно, что ты туда едешь. Замечательно, что тебя туда пригласили. И поэтому я сделаю особый подарок от щедрости своего сердца. Я заряжу своей божественной энергией партию этих ручек. И ты привезешь их в Днепропетровск. И каждый из жителей Днепропетровска, если он напишет, вот школьники, если вы напишете сочинение этой ручкой, вы получите 5, не меньше. Предприниматель, если вы напишете финансовый отчет этой ручкой, то никакая финансовая инспекция к вам близко не подойдет. И вообще, если вы будете носить эту ручку возле своего сердца, как видите, ношу ее я, то к вам будет постоянно притягиваться удача, и все неудачи будут обходить вас стороной. И поэтому, когда вы выйдете отсюда, вы увидите там лоток с партией ручек, которые я привез, и каждая из них, потому что вы мне особо нравитесь, продается по смешной цене $99 за штуку. Только для вас и только сегодня. Но это вот классический принцип, так сказать, как сделать, так сказать, как продать неконкурентоспособный товар. Для этого существуют все эти книги про Анастасию, чтобы, так сказать, никому не нужные какие-то вещи, чтобы Пузаков мог ими успешно и выгодно торговать. А так, внутри этой книги мы находим обычную ньюэйджевскую, такую оккультную тягомотину. Это книга, которая написана совершенно таким презрением к читателям, кошмарным совершенно языком, неудобоваримым, очень безграмотным языком, с презрением к читателям, с тем, что он знает, что читатель, вот как бы он все это дело проглотит все равно. Все это дело он примет. Там повествуется о некой лесной красавице Анастасии, которая живет в глубине тайги, ходит по тайге, она, как он изящно выражается, в комбинации зимой и летом. Белки ей приносят орешки, так сказать, питается она этими орешками и травой, зато, так сказать,